Матерь Божья, она там ходит. Она идет сюда. Тихо, 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 тихо. Сидим тихо. Сидим тихо. Это что за звук? Ёб твою мать. Тихо, тихо, тихо. И добро пожаловать, ребятки. Мы возвращаемся в игрушечку. Страшные ночи. До мурашек. Короче, остановились мы на второй книге. В принципе, поехали. Я знаю, что вам игрушка понравилась. Это очень хорошо. Так, значит, у нас карта. Ой, надо собрать, я так понимаю. Так, чаптер 2, то есть глава 2. Коллектор, погоди, в смысле, 6 пейдж, 6 страниц, почему тут 5 показано тогда? Хорошо, значит, все найдем сейчас, отыщем. Так, окей. Так, значит, мы можем, как вы помните, мы можем прятаться. Так, без паники, без паники. Значит, мы найдем, короче, все страницы, все дела, короче, ну понятно. Как бы главный герой успокаивает самого себя. В принципе, будем сейчас передвигаться как-нибудь ползком. Вот так можно прятаться. Так, хорошо, сейчас мы посмотрим, где мы. Так, хоть бы игру не закрыть. Так, значит, мы тут выходим и поворачиваем, как бы, вот. О! Ничего не надо поворачивать никуда, господи. Так, а погоди, а почему на карте как-то странно отмечено сейчас? А, как бы тут листовкой. А, все, 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 все. Я тебя понял, я тебя понял. Мне очень важно, что вам понравилась игра, дорогие мои подписчики, так что вот мы продолжаем в нее рубиться. Так, окей, значит, сейчас опрокидываем это, потому что мы можем все-таки что-нибудь найти за книгами, как и в прошлой. Чё? Тихо. Тихо. Ребятки, я что-то слышу. Так, давай-ка пока позырим на карту. Так, значит, тут у нас собрано. Значит, в бедрум надо идти, хорошо. Ой, тетушка-мотюшка сюда идет. Хорошо. Как бы знать-то? Сейчас вот сюда давай переместимся. Мне тут более будет. Хотя... Ёб твою мать. Тихо, тихо, она сюда зашла. Фух, не палимся, ребзи, не палимся, все. Охренеть, страшная тетюшка-мотюшка. Фу, она в какой-то плесени. Охренеть, ты как ко мне близко подходишь. Все, 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 смотри, смотри, уходит. Офигеть. Так, значит что, в бедрум. Вот гадина, закрылась за мной дверь, ты смотри какая. О, гномика, гномика, давай. Ой, чувствую, сейчас на звук прибегут. Так, погоди, давай, все, перемещаемся. О, 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 что у нас тут? Ну и вот так, давай, все. Великолепно. Так, погоди, где? А, фу. Все, так, ориентируемся, ориентируемся, ребятки. Значит, что, у нас есть, я так понимаю, это первый этаж. Это первый этаж. А, ребзя, кто мне дает гарантию, что вот отсюда тетушка зомби не выйдет? В принципе, ладно, поехали сюда. Поехали на первый этаж, а на первом этаже... Так, окей. О, какая нычечка. О, смотри, какая четкая нычечка. О. Вот такое я, ребзи, люблю. Вот такое все, это шикарно. Вот это шикарно. Так, окей, смотрим. С какого черта мы тут? Вопрос. Мы же должны уже тут быть. Вообще не очень. Ладно, бог с ним. Посмотрим. Игрушечный террор, что-то там. О. Ой, ты чё, охренел, что ли? Кто ты такой? В смысле, это...
А, игрушечный робот. Господи. Вот так все можно, короче, профигарить. Окей. Значит, короче, я сейчас вернусь, все соберу, и все будет чики-пуки. Так, ребятки, ну все, я добрался до этого же момента, в принципе. Так, осматриваем книгу. Так. Окей. В смысле, какой упс? Ты чё? Тихо. А, вот это игрушечный робот. А чё мне с ним надо сделать? Тихо. Тихо, ребятки. Да ты посмотри, какой он гад. Они расставлены, они как камеры видеонаблюдения. Все, я тебя понял. Хорошо. Все. Чё? Запер? Ой. Чё-то мне это не нравится. Тихо. Почему там свет вырубился? Какого чёрта? Фух. Значит, что? Сколько мы вообще страниц собрали? Давай посмотрим. Кто это? Ёб твою мать. Кто это? Может, это безопасно? Так, тихо. Давай сюда попробуем. Да чё у тебя всё нахер заперто? Да твою мать, да ты что? Как ты так делаешь? Ну круто, вообще. Так, продолжаем мы нашу ебантяйскую, как его сказать. Тихо. Вообще я не понимаю, где мы? Где? Почему наша стрелочка не ориентирует нас? Я не понимаю. Вот смотри. Кухня. Значит, гостиная, вот там, столовая. Как нам туда пройти? То есть, как бы вот эта гостиная, я так понимаю, мы где-то вот в этом месте находимся, значит, там мьюзик, ага, комната. Вот в Dining Room бы как-нибудь попасть. И вот на кухню, а кухня, она нахрен закрыта. Хорошо. Я реально где-то слышу тетушку зомби. Нет, нах, не пали. Ой, ёб твою мать, ты кто? Матерь Божья, она там ходит. Она идет сюда. Тихо. Господи. Пожалуйста, иди на второй этаж, я тебя умоляю. Это что за звук? Мать! Тихо. Она что, сюда сейчас подойдет? Ой-ё. Ой, твою мать! Хух, тихо! Тихо, сидим. Ребятки, сидим тихо. Она ходит где-то там. Хорошо, что мы на кухню не пошли, так бы она бы нас там угробила нахрен. Ёб твою мать, кто свет вырубил? Тихо. Смотрим на карту. Пробираемся, значит. Как-то надо этого робота обмануть, я не знаю, в гостиной как-то, я не знаю. Господи. Тихо. О, ура. Спасение, мы на кухне. Ребятки, мы на кухне. Куда ты вышел? Спрячься, жопа. Так, окей. Значит, мы собрали. 3 всего лишь из 6. А что еще надо? Этот хрен? Смотри, вот он сейчас вот так. Идет. Вот так тихонько пробираемся. Пробираемся, смотри. Он вот так поворачивается. Смотри. Мы забираем записон. Так, тихо. Мы можем спрятаться тут. Чё, опять?
Ой, тихо. Все, 4 из 6. О май год. Нам же еще, если мы соберем записки, то нам надо еще... Ой, сука, там ходит. Ты меня выбешивать начинаешь. Ой, ёб твою мать, она тут прям. Она вот прям тут. Ты понимаешь, вот тут она. Вот она, ее башка. Вот гадская морда. Ходит. 4 из 6, хорошо. На кухне, кухня. Мы там все, в принципе-то, взяли. Вот в чем дело. Тихо, блядь. Тихо, нахуй. Она там. Тихо, 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 тихо. Я надеюсь, нас фикус-то прикроет. Вот он, фикус. Нет. А, вот она. Стоит. Окей. Кухня, 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 кухня. Да, бля. Да выйди уже. Топаем на кухню. Кстати, тут можно прятаться? Не, нихера. На кухне. There are one or more pages in this room. Чего? Где? Где записка? Где записка? Че, мне открывать все это придется, что ли? О! Мне просто подфартануло. Сейчас смотри. Тихо. Тихо, блядь. Тихо, кто это? Че, тетка зомби? Опять тетка зомби. О, топы, топы, все, к нам. Давай. Тихо. Сидим молча просто. Сидим тихо, господи. Реально страшно. Вот меня реально напрягают такие мои. Господи, она еще оглядывается. Где может быть последняя записка? И вот куда ты идешь? Куда ты идешь? Куда ты? Опять ебаный гномик. Тихо. Ты убейся. Я не знаю, зачем мы гномов ломаем, но просто. Я думаю, просто просто автор для развлекухи. Ой, так, теперь на второй нам надо подняться. Ну, 5 из 6, ну в смысле? Я бы взять тихо. Сидим тихо, хух. Ты где? Тетка. Тетка! Ты куда делась? Ну почему такая несправедливость? Я не знаю, где последняя записка. Ну, 5 из 6. Либо это специально как-то, либо я не знаю что. Включить вот так. О! Давай, добери уже! Все, ребят. Тихо-тихо-тихо. А в смысле ты меня застал? Так, все, ребятки. Так, все, тихо. Это час, дурак. Вот я не понимаю, что нам надо сделать с книгой? Что нам надо сделать с книгой? Так, закрой полку. Фух. Что нам нужно сделать с этой же книгой? Либо нам надо натравить как-то его, либо что? Тихо. Давай! Чё ты такой, а? Боишься, что ли? Давай! Да! Всё! Все, уже заточили, заточили опять моего в книгу, ура. Ура, you win. Фух, так, глава вторая, ну, закончена. И он говорит, что вернется, вроде. И что обслуживание чего-то там. Так, короче, в голове глава третья, все дела. Ну, в принципе, ясно мне. Так, ну, ребятки, я думаю, на этом мы закончим игру. У нас открылась глава третья, там еще четвертая и пятая впереди. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся, услышимся. Пока-пока.